Мы попали в такое место, очень интересно, здесь хамам. Но через эту дверь там сдаются квартиры, и там такой дворик бакинский, древний. Мы туда не пойдем, а вот здесь так очень, очень интересно. Много и картины, и статуэтки, и вазы, и даже животные здесь живут. И вообще, это как музей. А вот здесь картина всех известных личностей. И так интересно, что если посмотреть вот на эту личность, она кого-то напоминает. Очень интересно. Все собраны. Все президенты, актеры. Вон, даже Мэрилин Монро. Хорошо, прежде. Все собраны в одном экземпляре. Да, о, Петр. А я тут видовал, я. Всякие поделки. Это коллекционер здесь какой-то, он шкуры, конечно. Гусь. Эти. Холодный. Вообще. Такое место, какое-то заколдованное. Здесь хамам. Вот, а если посмотреть снаружи, как оно выглядит. Вот так. Опен.